Друзья, огромная просьба. Пожалуйста, напишите заявление в Следственный комитет и в органы полиции на основании данного видео. Меня зовут Пономаренко Марина Николаевна. Я нахожусь, город Барнаул, в здании суда. Попанинцев, 130, 4 этаж, 410 кабинет. Судья Тагильцев Роман Валерьевич. С утра я здесь нахожусь. Была скорая. Вот, к сожалению, меня очень сильно трясет. Даже стабилизация телефона не спасает. Скорая зафиксировала давление 160 на 90. Я просила о переносе заседания и объявила, чтобы без моего участия заседания не проводили. Однако Тагильцев Роман Валерьевич настаивает на том, чтобы продлить заседание судебное. Несмотря на высокое давление, то есть вот он документ от скорой, я не паникер, 160 на 90 это мое реальное давление сейчас, я не знаю, к чему это может привести, просто-напросто, я чувствую, что мне опять хуже, у меня ощущение, что голова лопнет, рабочее давление у меня 90 на 60. То есть судья Тагильцев Роман Валерьевич, пожалуйста, обратитесь, я сейчас сохраню эфир, телефон может сесть просто. Обратитесь везде, куда только можете, огромная просьба. Я написала в полицию, но это наша местная полиция, она не предпримет никаких мер, это однозначно. Скорая уже была, 160 на 90, давление, таблетку дали, но я чувствую, что не помогает, мне только хуже. Прошу о переносе заседания, бесполезно. В общем, данное видеообращение можно приобщать ссылку на него к своему заявлению в режиме онлайн, отправленному на электронную почту Следственного комитета, прокуратуры, а также органов полиции, ГУМВД и прочих инстанций.